Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Менің есімім Тұрдыжан Қуаныш Қабылмұратұлы болады. Мен сіздерге арнайы Қазақ елінен Сан-Франциско қаласына үлкен жалынды сәлем айтамын. Әрине, мен сіздерге Ақан Серінің «Бал Қадиша» әнін орындап бермекпін. Қабыл алыңыздар. Қыз едің абарайдың «Бал Қадиша» Боралған белің нәзік, о шіркін тал қадиша, о-о-о-о-о-о. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жолдыз, жарығым сен қадиша, о-о-о-о-о-о. Бал қадиша, бораңда басау тайдай жүрген басың. Қаларсың біздің сөзгай, жанарым сен қадиша, о-о-о-о-о-о. Сар қадиша, бір емес екі ай жеңгем келіп отыр. Орықсат бізден сізге жанарым бар қадиша, о-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 
Көп рахмет. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лились,
ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать во мгле и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Звуки, руки, лица, мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна. Вернешь меня из бездны в этот мир, только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать во мгле и в ненастье. Меня зовут Платон Силаев, и сегодня я вам представлю произведение прекрасного, величайшего российского композитора, пианиста, покорившего своей музыкой весь мир, Сергея Васильевича Рахманинова. Романс «Мы отдохнем» на слова из произведения Чехова «Дядя Ваня». Рекомендую к прочтению данное произведение, как никогда актуально в наше время. Ну, а я представляю на ваш суд эту песню в моем исполнении. Приятного просмотра. Сергей Рахманинов с дочками и внуками в эмиграции. Это уникальные кадры из личного архива семьи. Увидеть их можно благодаря фильму американского документалиста о самом русском композиторе.
первые 10 лет жизни в США Сергей Васильевич не сочинял музыку, которая, по его словам, состоит из жизненного опыта композитора, его любовных романов, религиозных взглядов и, главное, его родины. Рахманиновское настроение. Настроение светлой грусти, уверенной в лучшем будущем, можно услышать и в поздних произведениях, и в самых ранних пробах пера. Oh,
たのが嬉しくて Ciao, sono Fabio Casale e canterò con Luisa la canzone E più ti penso, cantata da Ariana Grande e Andrea Bocelli. Andrea Bocelli qualche anno fa ha cantato Besame Mucho con Dimash. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta. Notte fonda e
caso non potessi rivederti, io so già che farei, Приветствую всех, приветствую канал Димаш Сан-Франциско. Меня зовут Луиза, я для вас исполнила произведение на башкирском языке нашего композитора Уралы Идельбаева под названием «Кит-кит», что в переводе означает «Уходи, моя душа не игрушка». Мне эта песня очень-очень запала в душу, именно тем, что она такая мюзикловая больше, так как эта музыка близка мне. Я надеюсь, что вы поддержите меня, что вам понравится мой творческий порыв. И большое спасибо Женаре за то, что позволила проявить себя. Большое спасибо Уралу Идельбаеву за то, что он верит в меня и разрешает исполнять свои произведения. Всем приятного прослушивания. Пока-пока. Мине ялмайхан, тандэ
Друзья,
Вот и завершился наш концерт. Я надеюсь, он вам понравился. Я думаю, что вы уже все поставили лайк нашему концерту. Состав нашего концерта постоянно расширяется. Ну, потому что возрастает любовь Димашу по всему миру. Друзья мои, сегодня Платон Силаев представил Россию с песней Рахманинова «Мы отдохнем». Вы знаете, что в каждом концерте мы представляем одну из стран, тех участников, которые поют в нашем концерте. Мы с Платоном Силаевым делали подкаст о Рахманинове. Ссылочку я поставлю в описании. Этот подкаст получился очень интересным. Мы узнали очень много о Рахманинове. И мы благодарны Платону за то, что он смог сделать наш подкаст очень интересным. Друзья мои, я хотела бы сказать, что сегодня концерт наш был необычным, потому что сегодня Луиза Юнусова представила поэта-современника с песней «Хит-кит». Автор этой песни – Урал Игельбаев. Я думаю, что вам эта песня очень понравилась. Пишите, пожалуйста, комментарии, потому что это премьера песни, и Луиза, конечно, волновалась и впервые исполнила эту песню именно на нашем канале. Вы знаете, я хочу сказать вам, что у нас теперь есть свой мерч. Вот он пришел к нам вот в этой красивой упаковке. Обратите внимание. Вот американцы умеют же, да, делать маркетинг. Я срезаю нашу упаковочку. И мы смотрим, что же внутри. А внутри вот такая футболка, друзья мои. С изображением Димаша Кудайбергена. Ссылка нашего магазина будет под видео. Наш мерч – это не только вот такие футболки. Это игрушки, это и бейсболки, и даже игрушки с вот такими вот футболками с изображением Димаша. Как вам, друзья? Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я надеюсь, что наш мерч вам очень понравится, и вы будете приобретать товары с изображением Димаша. Обратите внимание, здесь написано «Димаш, Сан-Франциско». Это вот название нашего канала. Ну все, друзья мои, на этом мы завершаем наш сегодняшний концерт. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами. Мы всей нашей командой участников желаем вам всего самого наилучшего. Всех вас крепко обнимаем и ждем вас на следующем концерте.